хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. И от голоса каждого гражданина России, из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации. Это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития в сфере обороноспособности, в сфере науки, образования, по всем другим важнейшим направлениям. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое. И, конечно, сегодня, в тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам, ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования, которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью, обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых, на самом деле, исторических территориях российских, да и вообще страны в целом. Инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам. И на некоторых участках наши парни, их противника, просто кромсают сейчас. Продвижение каждый день. Постепенно, аккуратно, но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона. Ну, мы все и так это и видим. Думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Что касается позиции президента Франции, то там уже есть какие-то поправки в том смысле, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой, ну и некоторые другие функции подобного рода. Сегодня это мало чем отличается от того, что делают наемники. А потом вооруженные, значит, военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь, там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они погибают. И в большом количестве. Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Значит, создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства.
Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации, будем исходить из интересов Российской Федерации. И ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется. Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Люди пришли на нашу акцию «Полдень против Путина», потому что всю очередь я шла вместе с людьми, и они поддерживали, всегда кричали: «Навальный, спасибо мне, что я пришла». Но это не мне спасибо, спасибо им, каждому из них, кто пришел и стоял в этой очереди. Наверное, вас интересует, что я написала в бюллетене, за кого проголосовала. Разумеется, я написала фамилию Навальный, потому что так не может быть, чтобы за месяц, во время президентской кампании, за месяц до выборов, главный оппонент Путина, и так находящийся в тюрьме, был убит. Сколько я понимаю, сколько я слышал, и как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. И это должно было бы быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать, за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю. Но, насколько я понимаю, никакого эффекта это и не имело на самом деле. Но это не важно. А вот важно то, что некоторые портили бюллетени. Это плохо, потому что если вы сами не хотите голосовать или хотите оказать доверие тому кандидату, которому вы считаете нужным, или просто не голосовать, если вам никто не нравится, это одно дело. А если вы решили нагадить тем людям, которые пришли и посчитали нужным для себя проголосовать, выполнили свой гражданский долг, а вы наплевательски относитесь к их позиции, то это плохо. Это как минимум не демократично. Какая же здесь демократия?